Играйте и собирайте свою команду. Можно нажать жизнеотвод и получить еще одну курицу. Одобряем. А это, дамы и господа, как проиграть на первом ходу. Когда тебе попадается только всякая фигня, которая стоит много маны. Я вот не знаю, насколько хороша Изира. По-моему, нихера она не хороша. По крайней мере, в том плане, что я кидаю носку, да, 4-12, это довольно круто, но это будет аж на 9, после 9 хода. Еще не факт, что я получу ее. Не, слишком медленный темп, потому что карта, которую я получу в руку, она потом исчезнет. Пофиг. Хотя бы у меня довольно крутая курица. Говоря о курицах, у меня целая банда у этой курицы. Монетка. И что ты там взял? Показывай. Здравствуй. Четвертый дроп. Ты шутишь? Я надеюсь, что он возьмет эту дурацкую карту. У него всего лишь 7 карт на руке. Давай, ты можешь. Ага, 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 ага. Вы сбрасываете 2 случайных карты. Я возьму заступницу только потому, что это дело, которое можно выкинуть. Вау. Я говорю, все. Фу. Я уже испугался. Давай, карту. Давай, давай, давай. Или еще одну Элис. Давай еще одну Элис. Давай, Элис, еще одну. Давай, давай, давай. Блин, я надеюсь, эта игра продлится чуть дольше. Да что ж мне как-то так хреновенько-то так. Та-так. Можно сделать так. Можно сделать так. Это очень опасно. Но я не знаю, насколько это опасно. Yes! Ай-яй-яй-яй-яй, я слишком обрадовался. Yes, у него есть обезьяна. Ну, в смысле, yes. У него 2 обезьяны. Опа, он вытянул обезьяну. Блин, у него маны не хватит, жалко. Это, конечно, значит почти 100%, что я проиграю, но... Мне очень сильно было интересно, каково это вообще играть с помощью вот нее. С помощью не вместе с ней. Я беру смерть такую. Просто потому что, может, я дотяну до того момента, когда я смогу его сыграть. Курица и курица. И монетку просто так. Показать ему свой свек, сыграть монетку. Давай обезьяну. Блять, у него 3 обезьяны. У него 3 обезьяны. Да, довольно крутая вещь, пока мы в начале. Там в середине игры, конечно же, может быть опасная, но сейчас у меня практически ничего нет. У меня есть гребаная курица, которая может из него выпасть. Теперь дай подумать. Это у меня 3 плюс 3, это 6. Не хватает. 7. Блин, обидно. Существа с боевым кличем. Я могу таким образом задинать его обезьяну, но... Хочу ли я это так сильно? Провокатор довольно неплохая вещь. Есть.
горице. Это разве не та же самая рука, что у меня была 2 хода назад? Бэм! У него гребаных 18 легендарных карт, которые не будут уходить. Мне хана. Мне просто хана. Блин, нахера мне эта монетка? Меня все устраивает. Привет, смертокрыл. К сожалению, ты слишком рано пришел. Не мог бы ты зайти чуть позже, хорошо? Но только не опаздывай больше. Фергин, ну надо же, вот это неожиданность. А зачем ты? А, ясно, ты не того. Курица! Магичек мне не нужен. Гоблин акция вниз, конечно, неплохая фигня. Да почему бы нет? Я могу убить Фойгена. Да ладно, чё, спасибо. Курицы. Ну вот это, в принципе, с героем Штормкада курицы не так уж и плохи, как они без него. Всратники? У меня проблема в всратнике. Ой-о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 й. Это very good, и это very good. У меня монетка есть. Чувак вечен, все very good. Проблема в том, что у него кель. Кель это очень больно может быть. Я не хочу испытывать свою удачу. Мне в любом случае надо сначала убить Келли. Ну давай, преврати вот его, чувака. Yes! А, жесть. Чувак, извини. О, жесть, еще один Малганус, они друг друга будут бафить. Хотя я думаю, он пинганет этого Малгануса. Он должен. Привет, Малрон. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. А вот это как бы... Вот это. Математика, 5 плюс 3, 8, да? Сильно ли я пожалею, если я не убью Малорна? Вот в чем, о чем я сейчас думаю. Я боюсь, что я могу очень сильно пожалеть. Но если мне немножко так повезет, то может я и не пожалею. Я уже жалею. Я подумал о своих прежних предрешениях. Юный экзорцист или доктор Бум? Так, погоди. Я могу сделать так.
Хочу тут одну жизнь добавить, блин, все равно умрет. Погоди, так, так, остается 8-8. Нет, я возьму доктора Бума. А вот это вообще ништячочек. Здравствуй, здравствуй, здравствуй. Нет! Нет! Смертокрыл, почему у меня тебя сейчас нет? Это повезло, что у меня Мал'Ганис был на руке. Блин, так хочется Мал'Ганиса и Коня погибели выставить. А, жесть! А, все, все, я потерял контроль над этой игрой. Один смертокрыл решил все. Толку, он все равно Мал'Ганиса, конечно, убивает. О! Мехмастер, ты не должен меня подвести. Я в тебя верю. Почему мне не выпадает смертокрыл? Он бы решил все мои проблемы. Марафака. Марафака. Двенадцать, пятнадцать. Блин, жалко, монетки нет. Вот одна б монетка была бы, было бы вообще все зашибись. Давай, в кого? Вот смертокрыло. Ну, нормально. Yes! Бум! Только Мал'Ганис, конечно, уходит, но что поделать. Ты меня убиваешь? Да. Твою мать! Неплохо сыграно. Вот это была игра. Обидно. Смертокрыл! Я ж тебя просил не поздно приходить, ты скотина, опоздал.